сейчас я вам покажу самую важную систему, которая есть на Международной космической станции. Это туалет. Если туалет не работает, то дальше летать невозможно, если его невозможно отремонтировать. Поэтому, конечно, как можно быстрее мы будем спускаться на Землю, если у нас туалет будет не отремонтирован. Это его общий вид, пульт управления. Затем мочеприемник, это для отправления малых надобностей сюда. И приемник для отправления больших надобностей. Мы его сейчас не открываем, потому что сначала надо его включить, чтобы вытяжная вентиляция не давала выйти оттуда запаху. И вот такой общий вид. Здесь всякие принадлежности, которые нужны для того, чтобы отправлять большие и малые надобности. Ну и потом приводить себя в порядок. Средства личной гигиены и вкладыши, салфетки, которые мы используем для того, чтобы использовать приемник твердых отходов. Ну и, конечно же, перчатки для того, чтобы утрамбовывать твердые отходы. Тут у нас еще компрессор, но это он нужен для различных работ в системе жизнеобеспечения и так далее. Вот такой вот туалет. Ну а теперь, как это работает. Берем мочеприемник, включаем, пробуем, что идет воздух туда, то есть все это всасывается. Проводим сюда малые надобности, потом протираем воронку салфеточкой, закрываем и выключаем. Все, и ставим на место. Теперь как большие надобности. Как большие теперь надобности. То же самое. Включаем, открываем, проверяем, садимся, то есть открываем, садимся, выполняем все свои надобности, салфеточками работаем, кидаем туда все салфетки, потом открываем, тут есть специальный рычажок, поднимаем все, что мы наделали. Все, что мы наделали, и туда, и вниз. Но у нас чистый. Потом берем такой же и новый ставим сюда. Оп. Сразу не получается еще. Оп. Все. Готово. И закрываем. Для следующего готово. Открываем. Выключаем. И ставим на место. Все, готово.